Привет, с вами Семен Максим, и мы продолжаем. Так, рассаживайтесь. Мы получили новые распоряжения прямиком от Сои и двоих новичков из 6-й воздушной армии, которые помогут нам выполнить их. Они были рекомендованы для участия в этой операции в связи с высокой оценкой их действий в день Д. Капитан Прайс, сержант Эванс, добро пожаловать в третий отряд. Ну а теперь перейдем к делу. Здесь расположение важнейших плотин гидроэлектростанций Рурского промышленного района Германии. Эти ГЭС обеспечивают электроэнергией заводы и города этого района. В прошлом году один умный парень по имени доктор Бернс Уоллес придумал новый вид бомбы специально для взрыва дамб. Этими самыми бомбами молодцы из 617-й эскадрильи успешно взорвали дамбы на Моне и Эдере и затопили весь промышленный центр Германии. Плохие новости состоят в том, что эти ублюдки уже все починили, и командование хочет, чтобы по этим целям был нанесен новый удар. Это дамба на Эдере. Мы высадимся рядом с ней ночью. Согласно данным разведки, на день пути вокруг дамбы находится безлюдная местность. Но сбросить бомбы на дамбу сейчас невозможно, потому что вокруг нее установлено слишком много зенитных батарей. Наша задача — уничтожить как можно больше зениток, чтобы расчистить путь бомбардировщикам. В здании внизу дамбы расположены электрогенераторы. Мы должны будем взорвать их, если это не удастся сделать бомбардировщикам. Мы установим взрывные устройства на короткое время, потом доберемся оттуда на грузовике до ближайшего аэродрома и захватим у врага подходящий транспортный самолет. Вы все знаете, что делать. Проверьте ваши боеприпасы. Выверите прицелы и внимательно изучите карты и фотографии. Операция начнется в течение ближайших 2 часов. Удачи!
Eindringlinge, Sektor 6 ergebene B entdeckt.
alle Mann der Kampfbereitschaft! Erschießt jeden Eindringling! С вами
вами был 7-7. Подписывайтесь, ставьте лайки. До встречи. Yeah.